В эфире «Модные дневники» на телеканале Fashion One и я, Светлана Румянцева. Сейчас мы находимся в Юрмале на ее знаковой главной улице Йомас, которую замыкает глобус. Здесь его называют глобус Юрмалы, и это является точкой отсчета для начала любого мероприятия. Влюбленные здесь назначают вечерами свидания, а туристы не проходят мимо, не сделав красочную и яркую фотографию. Вечером, кстати, этот глобус выглядит намного моднее, ведь по кругу зажигаются красочные огоньки. Выпущены именные марки с изображением наших конкурсантов. Каждому дали 20 штук, чтобы они их наклеили на свои конверты, написали свои пожелания близким и отправили в любой уголок мира. Я думаю, это очень здорово и стильно иметь марку со своим изображением. Я бы хотела себе такую в коллекцию. Who do you send your letter? I send it to President of Lithuania Republic. Your friends? No, but I'm happy to be Lithuanian and I'm happy that she is our president. Tell me about your style. So in the morning you decide to wear this white beautiful dress. Why? Because I'm shining like this white dress. So you shine like a diamond. Yeah, maybe I could sing a Rihanna song, Shine Bright Like a Diamond. Hi, it's really nice to see you today. Nice to see you too. Tell me about your style. Why today you are in black? Black is actually my favorite color. Back in America, my school colors were black and white, so we wore a lot of black and white during our concerts, and it showed, you know, clean spas, good fashion and everything, so I love it. Вы сегодня проснулись. Вы знали, в чем вы выйдете на улицу? У нас сегодня прием у послов. Мы с Денисом с утра с ужасом начали искать пиджаки. Вон Егору я вообще поехал за пиджаком к дизайнерам забирать. Пришлось как бы дополнить наш рок-н-ролльный стиль. Видите, без пиджака как бы вот все по-прежнему. Все так же плохо. Вот браслеты, татуировки. А пиджак раз, и уже вроде поприличнее люди вот стали. Сегодня Анна пригласила меня на свою яхту. Ребята, это потрясающе, вы не поверите. Ань, да, привет. Ну как ты? Тебе нравится у меня в гостях? Мне очень нравится. Новые дневники будут проходить здесь. Давай, я согласна. Мы сейчас поговорим о подопечном Анны, которому она создает образ. Кто же он? Мне достался прекрасный музыкант с Украины. Его зовут Вячеслав Рыбиков, очень талантливый мальчик. Я очень рада, что он мне достался, потому что мне с ним очень комфортно работать. А что касается образов, которые я для него создала, то в первую очередь я лишь подчеркнула его внутренний мир и не хотела отвлекать зрителя от него самого и от его голоса. Поэтому я думаю, что задача дизайнера на конкурсе – это не отвлекать нарядом, а лишь помочь исполнителю, чтобы ему было комфортно петь, чтобы он чувствовал себя красиво и комфортно. Thank you.
Сегодня особенный день в истории конкурса «Новая волна 2014». Наши конкурсанты загасили марки и слепили барельеф, который будет расположен неподалеку от концертного зала «Дзинтери» и будет находиться на Аллее звезд. Мы с нетерпением будем ждать, какие же сюрпризы организаторы конкурса приготовили на завтра. И, конечно же, в каких нарядах завтра выйдут наши конкурсанты. Ну а с вами была Светлана Румянцева и «Модные дневники» на телеканале Fashion One. До новых встреч! Подпишитесь на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.